над которым надо работать. А, во-первых, это даже не обсуждается, увеличить количество точек. И, б, продавать, реализацию производить не с 20, то есть с 15, а с 5 числа. И этот вопрос в течение вот ближайшего времени он будет рассмотрен. Вот вы послушали предложение, да, жителей. Как раз с 5-го они, увеличить количество. Но здесь и ряд других предложений звучали, которые не подходят к данной системе. А все рациональные предложения спокойно. Ну и, конечно, нужно разъяснять. Есть, нужно признать, что недостаточно разъяснительная работа, в каких точках и где это есть. И где это есть. Значит, поскольку не все знают, какие точки, значит, постоянно опубликовывать список точек, где можно приобрести льготные билеты. А вот предложение Александра Соломоновича по поводу того, чтобы продавать социальные вот билеты в магазинах. Так я и сказал, увеличение точек. Это тоже самое, увеличение точек. А где их увеличивать? Вот сейчас будем рассматривать, что в том числе. А как вообще возникла такая ситуация? Все равно, вот говорят, что типа вроде как на главпочтампе не продается. Нет. Билеты. Значит, только что сейчас сказали, что не продаются на автобусной остановке. Замминистра пошла, и, значит, все билеты, все, в том числе и по 25, там продаются. Ну, это чисто человеческий фактор. Просто не знаю. Человеческий фактор.